Ну а сейчас о спортивном соревновании, где не важны очки, минуты и даже баллы. Здесь все победители. В Минске прошел традиционный детский турнир по международной гимнастике «Baby Cup». Турнир, аналогов которому нет в мире, в этом году отмечает юбилей. 20 лет. На этот раз свои программы подготовили 360 юных спортсменок со всей Беларуси от 3 до 10 лет. Финал соревнований принимал Дворец спорта. Всем маленьким грациям нужно было пройти строгий отбор. Впрочем, по словам организаторов, отсева попросту не потребовалось. Все номера были достойны. Итого зритель увидел почти 80 выступлений. Все девочки были разделены на 4 возрастные группы. Выступления проходили в 3 категориях: соло, дуэт, группа. Крабик и поворот без руки, а лесгон. А у тебя это получилось? Крабик, да, а поворот я не знаю. Нет, мы вообще стараемся. Было не страшно. Нам гропали зрители громко. Труд этих деток просто неоценим, им очень сложно. Они волнуются, они большие умницы, потому что это их первый выход, а деток всегда это пугает, но они справляются на все 100%. Очень интересные декорации, тренеры супер молодцы с такими идеями. Казалось, что это маленькие соревнования, которые дадут возможность показать маленьким детям, что они чуть-чуть позанимались гимнастикой, чему-то научились. А теперь мы поняли, что это основа всех основ. Ни одна чемпионка, получившая медали чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, не минула этих соревнований. Думаю, что среди этих детей столько же талантливых деток, которые в будущем принесут славу нашей родине. Каждую грацию публика встречала овациями, а провожала еще громче. В итоге практически в каждой номинации судьи отдавали первые места сразу нескольким номерам. Все гимнастки, вне зависимости от результата, получили призы.